Медведей боятся, по КБЖД не ходить. Заповедное Прибайкалье запретило устанавливать палатки на Кругобайкальской железной дороге. Слишком уж много косолапых встречается на территории этого популярного туристического места. Накануне в районе 102-го километра на медведя наткнулся несовершеннолетний ребенок. К счастью, в этот раз хищник испугался не меньше, чем человек, и поспешил ориентироваться в лес. Но, как известно, дикие животные бывают непредсказуемыми. Пока запрет на установку палаток действует бессрочно, ограничения снимут только после того, как территория КБЖД станет полностью безопасной.